Укрепляют чувство патриотизма, шагают и поют. Ульяновские школьники собрались на Соборной площади. Смотр строя и песни «Марш Победы» проводится в 8-й раз. Команды из города и области предстали перед комиссией. Участвуют школы, кадетские корпуса и юнармия. Жюри оценивает и синхронность движений, и внешний вид формы. Все должно быть с иголочки. Как раз в оттеночную ведомость она входит. Начинается с построения, с формы одежды и дальше выполнение строевых приемов. То есть мы, конечно, будем оценивать, как они готовились. Иван Розенков приехал из Большого Нагаткина. Его отряд каждый год получает награды на областных конкурсах. В этот раз команда поет гимн юнармии «Полки идут стеной». 16 юнармейцев знают секрет победы. Все дело в харизме, уверен Иван. Улыбка. Улыбка красит актера. Ну, каждый выступающий должен как-то улыбаться, подыгрывать. Ну, если это уместно, конечно. Сначала школьники построились в шеренгу. Гимн Российской Федерации, концертный номер и приветствие открыли программу смотра. Далее участники приступили к выполнению упражнений. Комиссия отсмотрела все выступления отрядов. На площади за подрастающим поколением приглядывали представители областного совета ветеранов. Главный по пропаганде Евгений Демич считает, что подобные конкурсы благотворно влияют на молодежь. Это дисциплинирует ребят, они сплачиваются, у них есть хорошая форма, они немножко подтягиваются. А когда еще мы рассказываем о Великой Отечественной войне, о тех операциях, основных операциях в годы Великой войны, о героях, городах героев, которых у нас 12 и 13 является Брестская крепость, а когда еще показывают священную землю с этих городов-героев, то это надолго запоминается. Это региональный этап «Марша Победы». В нем состязаются победители муниципальных этапов. Когда соревнования проводились в районах, было 150 команд. А на Соборную площадь попали 33 лучших отряда. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.